Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джалая. Глядіть у гэтым выпуску. Пагроза здароўю беларускіх лясоў жук-караед. У рэгіёне пашкоджана больш за 8 тысяч гектараў лясных насаджэнняў. Аздараўленне і адпачынак, работу прафсаюзных санаторый абмеркавалі ў Рагачоўскім раёне. Дарогамі вайны, міру і працы актывісты фонду міру наведалі Чачэрскі раён. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Официальные переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Индии Нарендры Моди проходят сегодня в Нью-Дели. У программы так само встреча в поширенном составе и церемония обмена подписанными двухбоковыми документами. Как поведомляла пресс-служба президента Беларуси, напередодні визиту, на парадку дня, тема развития белорусско-индийского сотрудничества у гандлево-экономичной, политической, науково-техничной и гуманитарной сферах, а так само туризме. До інших тем выпуску. Нацбанк с 13 вересня знову знизить ставку рефинансования, але зараз усяго на паупункта с 12 до 11,5% годовых. Это будет уже шостым зменшением этой величини с початку года. Нагадаем, до 18 студеня ставка рефинансования складала 17%. Фактичная инфляция протягивает снижаться. У жнивня у годовым выражении прирост поживецких цен оценивается на узровне ниже за 6%. А кроме того, Евразийский банк развития чакае, что у Беларуси до конца 2017-го захаваецца тенденция до росту валового внутреннего продукта. И по выниках года экономика краины покажа рост. Гэтаму будет спрыять обновление вытворчасти нафтопродуктов после спаду попереднего года. Караеды знишчили на Гомельшине амаль 8 тысяч гектаров лесу. Каля 7,5 тысяч уже высекли, работы на остатних участках протягиваются поскоренными темпами. Олег Сентюров потекавился станом справ у Мазырским лясгасе. Негледзячы на прымаемыя меры, караед працягвае наносіць шкоду лясам. Пакуль метад барацьбы з ім толькі адзін – спільванне дрэў з іх наступнай прамысловай перапрацоўкай і як мага больш хуткае спальванне галінак, якія таксама ўтрымліваюць вялікую колькасць жукоў. Для таго, каб максімальна хутка выяўляць пашкоджаныя ўчасткі, у лясгасах задзейнічаюць усе магчымасці. Различныя спосабы используюцца і наземны абход. То есть мои работники, лесники, мастера леса, в том числе запускаем квадрокоптер, который имеется у нас в лесхозе, для выявления очагов караедного усыхания на ранних стадиях. От момента обнаружения очага, постановки его на учет, проходит не более 2 недель до выписки лесорубочного билета. Каб поспеть выкарыстать пошкодженное древо на промысловые меты, а коли это не отрымливается хотя бы у якости дров, у лесгасах навод запросили на допомогу специалистов из інших областей. Плановые рубки шмат где припынены, уся увага участкам, на яких находится караед. Каб вызначить колькость шкодников на конкретных участках, лесгасы усталявали специальные феромонные пастки. У вынику стало ведомо, что популяция насекомых повеличилось до 20 разов. Прекратили рубки ухода за лесом сейчас делать. И только основное внимание уделяем выборочным санитарным рубкам. Уборки захламленности и сплошные санитарные рубки. Сейчас вот мы находимся в портале 55 на сплошной санитарной рубке площадью 4 гектара, где вот видно, что насаждение повреждено вершинным караедом. Некогда ученые лечили караеду особным семейством, але потом понизили их статус до подсемейства. Але на здольность жуков наносить шкоду древам эта науковая классификация никак не поуплывала. Хутчэй наадварот, насекомые начали активное наступление на засновое насаджение. Згодно с апошнімі дадзенымі областного лесогосподарчага объединения, караеды на Гомельщине уже знишили 7800 гектаров насаджэнняў. Караеды живут в наших лесах не первый год, але люди ведают об их не вельми шмат, где зимуют, сколько часу могут обходиться без ежи, какие химикаты могут их сгубить. До речи, на этом тыдне на территории Мазырского лесгаса у першиню у Беларуси пройдет эксперимент по опрацовке хворых дрэв специальными реактивами. Як чакается, яны допомогут, калі не полностью знишить караеду, то хотя бы снизить его популяцию. Об эффективности эксперимента можно будет мерковать про дзён 10 после его завершения. Хоть уже зараз 100% поспеху никто не обещая, у речи это только эксперимент. Меж тем, у некоторых лесгасах уже выказывают заклопоченность ситуации с насаджениями бярозы. У вынику хворобы, якая поражает гэтые древы, яны так само начинают сохнуть. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.
Працягваем выпуск. Для того, каб чалавек добра працаваў, ён павінен мець магчымасці добра адпачываць, а таксама сачыць за сваім здароўем і своечасова вырашаць медыцынскія праблемы. Якую дапамогу ў гэтым накірунку ад наймальнікаў могуць атрымліваць работнікі, члены прафсаюзаў, нашы карэспандэнты даведаліся падчас выязнога семінару прафсаюзных арганізацый у Рагачоўскім раёне. Усяго ў Беларусі 13 прафсаюзных санаторыяў. Два з іх размешчаны ў нашай вобласці. Гэта Чонкі ў Гомелі і Прыднепроскі ў Рагачоўскім раёне. Прычым апошні найбуйнейшы ў краіне. Ён разлічаны на адначасовае знаходжанне прыкладна 850 чалавек. У гэтых санаторыях, а таксама астатніх 11, члены прафсаюзаў могуць адпачываць са скідкай. Чтобы кожны член прафсаюза знал, што он можа паехаць у санаторый, можа аддахнуць, можа получыць апрэлёны курс лечэння, вот, за довольно-таки приемлемы суму, потому что по всей республике члены профсоюза у нас предусмотрена 25% скидка. Вот. Плюс индивидуально рассматриваются варианты скидок и самих правкомов. Потому что ну, отдохнувший человек, он и лучше работает. Это прописанная истина для всех. Поэтому будем налаживать работу, и чем больше людей будет отдыхать, тем больше мы будем иметь отдачу на рабочих местах от них. Але справа ў тым, што не заўсёды работнікі ў поўнай меры атрымліваюць інфармацыю аб новых паслугах, спосабах і формах адпачынку. Прааналізаваць новыя накірункі санаторна-курортнага лячэння, вызначыць спосабы давядзення неабходных звестак да членаў прафсаюзаў, задача, якую ў бліжэйшы час павінны вырашыць прафсаюзныя арганізацыі ў вобласці. Найболее аптымальны варыянт это, конечно, 21 дзень. Но существуют и сокращенные методики 14 дней, 16. Хотя сегодня мы уже предлагаем нашим трудящимся любой формат, который они предпочитают. Вплоть до путевок выходного дня, когда можно просто взять оздоровительную путевку, приехать в санаторий и отдохнуть на 3, 4, 5 дней. Можно выбрать путевку как с лечением, можно выбрать путевку и без лечения, если человек чувствует себя здоровым. Марина Джалая, Ольга Коновалова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель», Рагачоўский район. Беларускі фонд міру зноў паклікаў прайсці дарогамі вайны, міру і працы. На гэты раз марш-акцыю Гомельскага абласнога аддзялення фонду міру з удзелам моладзі, прадстаўнікоў улады, грамадскасці, актывістаў сустракаў Чачэрск. З падрабязнасцямі Алена Траценка. На Чачэрскай зямлі заўсёды ахвотна падхопліваюць ініцыятывы гомельскіх міратворцаў. І гэтая падзея на Лысай гары ля райцэнтра адразу падкрэсліла. Для гасцей не толькі цёплая сустрэча з песнямі і хлебам соллю, але і расказ пра слаўнае гістарычнае мінулае. Госці ў гэтым году прыехалі непростыя. Это специалисты, будущие специалисты, молодые специалисты, которые будут распределяться в этом году в разные районы, в том числе, наверное, и Чачэрский район. Поэтому вот эта акция для нас тоже важна, потому что Чачэрский район работает очень плотно, плодотворно, я скажу, с молодыми специалистами на территории нашего района. Селфи на Чачэрщине. Амаль усе молодые удельники марша тут упершыню сапраўдная зацікаўленасць и шматлікія пытанні. Справа ў тым, что объекты для наведвання прадстаўнікі фонда міру и улады Чачэрска подобрали по професійных интересах гостей. И будучыя дорожные будаўнікі, медыкі, педагогі и працаўнікі аграрнага сектору з Гомеля наведалі ў Чачэрску дорожно-эксплуатацыйнае управление номер 115 Гомель Аблдарбуд, спартыўна-здараўленчы комплекс, сярэднюю школу номер 1, дашкольны центр развития и іншыя объекты. Некоторые нават поспели паспрабаваць свои здольности на практыцы. Во-первых, это наш жизненный опыт. То есть это позволяет нам увидеть, что и как происходит, увидеть воочию вообще весь процесс работы. Мы знаем это теоретически, то есть нас этому обучают, а вот здесь мы увидели практику, то есть как проходит образование в дошкольных учреждениях, как происходит на производстве. Сейчас мы окунемся в военную историю. То есть это наш жизненный опыт, который, конечно же, нам, вот как будущим педагогам, пригодится несомненно. Замкавая гара ў Чачэрску – адно са знакавых месцаў. Хвіліна маўчання па тых, хто назаўсёды пайшоў у бессмяротнасць. Не сцёрлі народную памяць веліч падзей ваеннага ліхалецця 72 гады, што прайшлі пасля вайны. Для маладога пакалення ўдзел у памятных мерапрыемствах – урок мужнасці па-за сценамі вучэбных класаў. А шчырая размова пра сённяшні дзень Чачэршчыны – фарміраванне светапогляду кожнага з гэтых маладых людзей. Мы самі ведзім, як дзеці довольны. То, что они увидят, то, что они читают по книгам или им даже рассказывают, это одно. А когда эти же вопросы они увидят непосредственно своими глазами, это совсем другое. Они воспринимают это по-другому. И, конечно, пусть не все, но большинство из них будет именно руководствоваться тем, что им показали. Алена Траценко, Сергей Лукашук, Чачэрскага района.
Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далі ў эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Міхаіл Садоўскі.